Destination Patong Hotel and Spa. Destination Patong Hotel and Spa был открыт в декабре 2008 года. Комплекс расположен на острове Пхукет в 35 километрах от местного аэропорта, в центре района Патонг, знаменитого активной ночной жизнью и множеством мест для шопинга, через дорогу от пляжа. Отель представляет собой одно семиэтажное здание в колониальном стиле. В лобби установлено несколько компьютеров с доступом к сети интернет. Вместе с тем, гости, у которых с собой имеется ноутбук, могут воспользоваться услугой Wi-Fi подключения из любой точки отеля. Неподалеку находится фирменный магазин сувенирной продукции известного на весь мир бренда Hard Rock Cafe. Основной бассейн обустроен во внутреннем дворе. Окруженный тропической растительностью, он напоминает оазис, укромно спрятанный в стенах отеля. К нему примыкает бар, расположенный у самой кромки воды. Еще один бассейн, поменьше, расположен на крыше, откуда открывается очаровательная панорама залива. Здесь также работает бар и имеются все необходимые удобства. Детский клуб отеля впечатляет разнообразием развлечений для маленьких гостей. Здесь есть где побегать и попрыгать, можно порисовать и помастерить. Кроме того, имеется несколько кабинок с видеоиграми, а им, как говорится, все возрасты покорны. В клубе даже обустроен уголок, где утомившиеся малыши могут поспать. Для проживания гостей Destination Patong Hotel and Spa предлагает 362 номера. Номера Deluxe площадью 32 квадратных метра разместились со второго по шестой этаж. В каждом имеется ванная комната с душевой кабиной. Большая часть номеров этого типа имеет приватный балкон, откуда открывается вид на город или на бассейн отеля. Номера «Премьер» схожи с «Делюкс» планировкой, но больше по площади – 45 квадратных метров. В комнатах обустроена отдельная гостиная зона, а с балконов открывается вид на городскую часть Патонга. One Bedroom Suite включает гостиную, где установлена диванная группа, и просторную спальню. Апартаменты занимают 64 квадратных метра. Ванная комната отделена от спальни панорамным окном. Гости отеля начинают свой день в ресторане «Colonnade Cafe». Завтраки здесь организуют в формате шведского стола. Затем заведение переходит на работу по меню «А-ля карт», в котором представлены блюда международной кухни и кухня «Фьюжн». Например, пицца с острой тайской начинкой «Том-ям». В лобби имеется бистро «Grab and Go», предоставляющие хороший выбор напитков и закусок на вынос. По вечерам открывает свои двери работающий при отеле филиал знаменитой сети Hard Rock Cafe. На открытой террасе заведения неизменно собираются любители живой музыки и веселой атмосферы. Комплекс дополнительных услуг отеля включает 4 зала для деловых встреч. Помещения оснащены ультрасовременным оборудованием и рассчитаны на группы от 10 до 42 человек. На верхнем этаже здания расположен фитнес-центр.
В зале представлен широкий выбор тренажеров и спортивного инвентаря для самых разных физических нагрузок.